Накопительная часть пенсии останется замороженной до 2021 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Более того, мораторий на передачу накоплений вне государственные пенсионные фонды становится, по сути, вечным. В связи с тем, что Минфин и ЦБ готовят проекты индивидуального пенсионного капитала, когда граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в НПФ. Напомню, накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году из-за непростого экономического положения. Эти деньги направят на текущие выплаты пенсии.